сюда же в отдел. Смотри, сейчас покажу. А в 25-ке его сюда, на левую сторону сюда в отдел, или на правую сюда, похер. Ну вот, вылазит червь. Ты его забираешь. Ведешь вот сюда, вот смотри. Угу. Вот так вот, а он разливает лужу. Немножко отходишь. Я понял. Идет дыхание. Угу. Дыхание проходит. А поставлю одну метку, чтобы вам всем ориентир был. Эта метка, когда все уже заморожены, вы бежите в луну. То есть танк размораживаешь только луну. Угу. Все. И обратно разворачиваешь. Блять. Бафы всем все раздали, давайте арчем. А где вылазить? Что касается локов, Нелони кидаешь на триходке, Аква кидаешь на второе дерево, Саму. А мне? Бенафлик на Рема, Рома. Шельмих на Трала. Чисто ПКД. Чё на Рема? Какого Рема? Рома? А Ром, Ром, я же сказал, Ром. Ауру коня поменяйте на Фрост. Что-то баф какой-то провалился. Ждем, пока друид в основной зайдем. На Трала. Ждем бревно. Мы истерию. Или в глаза. Ой, блин. Все, друид здесь. Всем привет, меня слышно? Да. Так, все, значит, я готов. Это сама доброта, дерево, Хилваш. Мы поняли. Извиняюсь за задержку, не сразу разобрался. Тут в какое время босс? Центра держать или на входе здесь? На входе, на входе. Да он уже запулился. То есть препод нет смысла жрать. Пережить испытания войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно. Я что-то вчера так уснул тоже, бля. Че, до ИВК не досидел просто? Не, нахуярился, уснул, проснулся и... Четыре, три, два, один. Я одна зависла? Наверное.
Ложе пропадет, встанешь. Он вставал прямо в ложку в луже стоите, хуярите, Локи, бля. Смотри. По снобы там играете. Элинда, там все лужа, что ли, ты не встаешь, я не пойму. Три ходки подними, Мелинду. Не в луже только. Лок опять стоишь, кастуешь в луже. Дистанцию сейчас набрали, кастер. Само добро подними, не лони. Дотали первого. Уводи. Гера пошла, играем в кислот. Луну, милик, размораживай. И обратно. После дыхания подбежишь к танку второму, после дыхания. Все, беги в мелизону, беги в мелизону, быстрее, 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 размораживай танк. Дальше. Угу. Все, разобрали червей. Играем пока в нее, затаунти. В другую побежали быстрее, убьем. Кислотный, лови танк. Разверни от рейда танк. Сейчас блювок будет. Отошли от морды, лужа. От морды отошли червя. Хорошо, убиваем. Все, все, хорош двигать ты ее. Куда ты? Боже, стоите. Добили быстрее. Хорошо. В жутку играем. Кастера добьете кислотный потом. Добили кислотный. Угу, молодцы. Лужа, выбежали с лужи. Перед мордой не стойте, опять задышит слакер. Прохиливаем там. Хорошо. Сейчас еще одно дыхание будет. Добили, затаунти. Кастер. Затаунти. Он убьет меня. Забирай самогон. Альва умер. На пол дайте по самогону. Рэм, вставай, у тебя камень должен быть.
самогон. Забери. Там, снимите берсу, ханты. Дерево, в чем проблема? Понятно, ты холи-палом и шел. Самогон. Just. Дерево, ты не умеешь бегать, что снимить? Ребят, если вы не знаете тактик, вы спросите. Просто кикать буду за такую хуйню. Что-то так разбрасывает, блядь, по всему этому залу, блядь. Понятно. Снимите берсу. На встречу релу бежать не надо, надо перебегать от него. Самогон в ретрика. Кольчуга. Ханты надо, нет, шаманы или энхи. На оспе крольте. Хорошо. Ткань, пояс, рольте. Че, поздно закрою? Ладно. Кинжал, рольте. Хорошо. Трофей королем. А вы где лазите, когда я кидаю рун? Рольте грудь.
Бульба, под... тебе на оспек, правильно? А Лёбушке на мэнте. А на мэн, а Лёбушка? Да. Подойдёшь, Касвиду отдам. Угу. Самогон в ретрик, альва, естественно. Бафы раскидали, эсэсы также обновили. Кто тактику не знает, плюсуйте сразу быстрей. Смотри, дерево, стоишь по кругу этой звездочки и хилишь рейд. Метки прохиливаешь, если на тебе кинется зеленая такая хуйня, и нужно выбегать из рейда и бежать по кругу. Будет за тобой лужа преследовать. Если ты, естественно, не убежишь, ты умрешь. Дальше. Кто у нас на костах получается? У нас ШП, маги, лемы, всю хуйню пужите, косты сбиваете, кирогас ассистишь. Запускаю. Сейчас великий чернокнижник Вильфред не попал. А Лёбушку подойди, я тебе отдам. Противника. Готовьтесь к бою. Я ты чё с ним? Не, Миш, нет. На пол, естественно, валю. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Лемы банятся тут в 25-ке или нет? Бабочки банятся. По команде джаз дашь бомжей. Ну тогда сам сдашь. Да не сейчас, ну ёбаный ты случай. Себа, значит, ты сдашь по команде. О, он нахуй пул. Давайте Геру. Переходки прохил. Мелинда с рейда, естественно, да? Стаки, ребят, стаки, шаманы, маги, все, я ж сказал. Трала прохил. Маг один, он все стайки не заберет. Нелони с рейда. Аква прохил. Стаки, стаки, стаки. В големов свичнулись. Убили голем. Хорошо, играем, босс. Аква с рейда. А Лёбушка, ты как умрёшь на каждом боссе? Вообще случайно. Не, на каждом боссе тоже закономерно. Госпожа, удачи. Бабадена прохил.
Деву забери на себя танк. На пол ПКД. Джаз рейда. Хорошо. Локи, будьте големов банить, если мута не будут. Бульмена прохил. Солран, с рейда, быстрее, вар. Отведи немножко босса в мелизоне луж. Хорошо, баним. Стаки. Големов баним, играем босс. Бомжей Сибас, да? Стаки. Асвида прохил. Прохильте метку Асвида быстрее. Угу, молодец. Почти итальянц встаем. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Трофейка. Сейчас скажу все. Не спешите. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заиграл, шею ролем. Платился за это. Турнир продолжается. Танки, плащ, крольц. Ткань, ноги, крольц. Теперь можно, но надо было раньше это писать. Тотема уберите, пожалуйста. С центра все отойдите каликом. Давайте быстрее. Тотема уберите или ник назвачей? Я убрал. Мелинда. Молодец. Самогон в танка. Альва. В ДД? Есть спек ДД Альва? Орда требует справедливости. Мы вызываем альянс. Но он написал теперь то, что он ролит на танк. После ролла он предупредил теперь. Альва, есть, нет, спек? Есть, да? Хорошо. Сулвар, у тебя же есть, да, по-моему, спек в танк? Давай, Сулвар, спекнись. А, танки одели бичевые щиты. Так, рассказывай. Давай, Миш. Убивается череп, а на холи-пале сидит рок. Плюсуй. Хорошо, вижу.
Звездочку контролит Нелони, плюс маг Делинда, плюсуйте. Хорошо. Локова. Лока. Аква плюс Элем, то что в третьей группе. Косты фокусу массово сбиваешь. И жабу кидаешь. Как еще раз кого? А, Лока это печенька. А, вот. Это окурок и вот это. И я. Ты. Дальше. Блять, сова говорят то, что она не контролится, ну похуй. Будете пробовать. Бенафлик фиряешь. Бульбамен, естественно, жаба, и также сбиваешь косты. Бульбамен, угу, хорошо. Суманите, ребят, кого суман плюс по-быстрому. Так, в танке или в ретрике? Самогон в танке, я же говорил. Одеваешь бичевый щит. Так, кастеры у нас все в контроле, один холипал тоже в контроле, дальше. Шельмих у нас, по-моему, ничего не делает. Садишься на ДЦ. Видишь ДЦ? Поставите биметку или... А, понятно. Это трусы. Это ДЦ. Ты его фиряешь. Ну и шаман, просто фиряйте его. Холипалы пойдут с танками. Оба два холипала. Дальше Энг пуржишь и вместе с ШП тоже. Ту цель, которую играем. Все ее прям пуржите. Бульбамен, ну овцу ей можно ему давать, типа. А жабу не знаю. Ну я косты имею в виду, сбиваешь фокусом и так далее. Играешь просто. Если не получится. Дальше. Если все ДКшники ставите, включаете фрост ауру свою. Фростойку. Молодцы. Дальше. Если вдруг милик подбегает в рейд, вы этого милика выгрипываете и держите на себе и ведете его к танкам. ДКшники плюсуйте, если приняли. Угу. Альва? Хорошо. Также все ретрики. Убирайте бурю, лужи, ДКшники моры, локи свои, там, я не знаю, массовые скиллы. Геру главное сразу с диспельте. Массы, финимасс, вот эту всю хуйню. Давай, кто готов, на ту позицию побежал. Поставлю метку, откуда рейд будет начинать бой. Сейчас релогнусь только. ССы также раскидывайте по тем же людям. ССы никогда еще 4 минуты. Сейчас релогнусь, поставлю метку. Весь рейд. Встают в крест, хилы, так далее, деревья, вот эти все встаете в крест, вжимаетесь. По ДКшнике, кто первый грипает? Первый грипает Джаз, второй Сибас, третий Альва. Что по танкам? Самогон в приоре держишь разбойника, видишь кто это, надеюсь, да. Асвит держит ДКшника, ну и получается Сулран держит Вара. Хилы к танкам, танки сюда встали, к паладинам, где вы? На разбойнике стоит метка какая-то или нет? Нет, вон он стоит, видишь, один, около холипала, с энергией. Куда ты побежал? Тебе метку поставить? Да, поставь, потому что уже я перешел за ренегата, так дать путаюсь, короче. Крест, это твой. Ага, все. В общем, танки начинаете, естественно, справа. Арчешечку, конечно, хуйцом пахнет, но...
Не Лони, Альва. Альва. Я же вам сказал, вы грипаете череп. В том порядке, в котором я вам назвал. После черепа играете в звездочку. Давай, танки пошли аккуратненько. Свои цели сразу разобрали. Гера сразу сдалась. Геро диспел. Геро спуржите, самый главный. Они, оказывается, могут себе хекс дать. Я говорю, хуй поймешь, что тут. Пока не работает. После ханта мага, мага, звездочку в рейд грипайте, звездочку в рейд. Диспельте другие цели. Лок кастует, не вижу фокус. На сове Гера еще висит. Фиры сдайте. Угу. После звездочки играем в сову. Это ромбик. Звездочку-то бейте сначала. Хорошо, в ромбик поехали. Контроли сдайте, хилы хилят, естественно. После совы в лог. Лог кас, молодцы. Следующего лока играем. Каст лок. А лок это... Жабка. Да, да, печенька. То я не вижу них. Потом в приста трусы. В трусы играем. Мелинда, чтобы агро был на них. Они агрятся типа на того, у кого меньше брони. А если они стоят, допустим, там далеко, то есть, естественно, у них меньше брони, чем у хилов, которые там сейчас стоят. Должно быть, по идее. И на хилов не агрится. А если пойдут на хилов, то с хилов в рейд и так далее по цепочке.
После пристав шаман. Череп. Череп в рейд обратно. А, он в черепе, нормально все. Это холи пал ушел. В актуале на офи казалось такой был жесткий вообще. Да он и был жесткий, до нерфа всяких. Вот возьми людей 220-х, ты охуеешь, допустим. Особенно если они контролить не умеют. Холи пала играем. То на час ты здесь засядешь. Быстро идем так-то. Да я и говорю, вроде хорошо, да? С первого трая даже. А, ДКшники. Идите грипайте вара в рейд. Вара это метка. Череп. ДКшники, идите, идите грипайте. Стоим все ждем. Стоим ждем, вам приведут. Стоим ждем, учитесь ждать. Вара, вара в рейд. Следующий грип. Следующий. Понял. Учитесь, чтобы вам всегда приводить. О, дизарм с одной тобой появился. А, ДКшники, идите ДКшника тяните. Стоим, ждем. Череп метка. Стоим, ждем. Следующий гриб. Хорошо. Ну и все, идемте убивать рога. Молодцы. Так бы вы ВК. Угу. Ну и ВК не сложнее, они, во-первых, не таунтятся. Контроль надо бешеный, тебя там шотнуть могут. Сегодня трижды шокали. Видишь, как бывает. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме о, короля, кому-то из шаманов радость. Так, Soul Run, давай обратно в ДД. Вармс. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Да. Mm-hmm. Пацаны, извините, вопрос задам. А почему вы сферу отдаете все одному человеку? А это Unroll же было написано. И почему ты мне ее кинул? Да я ж перепутал. Ну, я, видишь, честно вернул. Да, я начал уже листать, думаю, что-то не хватает. Трофей, крутится. Красавчик. Подожди, я не успел. Че, вы часто в это время ходите видеть? Каждую неделю. А рольц, ботиночки. Блять. Че, в гильдию возьмете? Блока. Бена Африка. Ну я как бы это, ну, 3-3 играю. 3 работаю, 3 играю. По один действительно нужны эти ботинки. По идее, да, но есть аналог лад.
Латы типа есть. ГЦ Мелинда. Да, ну пыль в глаза, конечно, красавчик. Пишет мне в ПМ, чё, говорит, не ролишь? Я же вроде не хил, блядь. Читочек ролим. Да ё-моё. Я думала, они на ловкость, чё ты выёбываешься? Ну дай повыёбываться. Мелинда, ГЦ. Или это подъёбчик был с твоей стороны, а? Тотема уберите, пожалуйста, с центра. Альва и самогон, танки. Сразу разберите себе. Я половлю тогда. Потому что мне надо улетать, будет спекаться. Сразу встаньте в метку и будете бегать. Взяли черную. Ставь спереди и сзади, да? Не-не, как обычно, танчи спереди все. Зачем тогда два танка? Потому что агро не удержишь. Ну хорошо. Три ходки, чё проблема? Три ходки. СС раскиньте, если есть. Три ходки, в чем проблема? Не лони. Ладно, давай танки, погнали. Дерево, возьми метку. Хильте, как не семья. Приготовились. Взяли белый, бьем черный. Взяли белый, бьем черный. Сбили каст. Забери агро. Агро забери черный, кто держит. Поставь ее на место. Держите агро, танки. Уже давал. Перебежали. Перебежали. Дайте сальву по Нелоне, пожалуйста. Помогу на все мисты, что нету. Взяли черный, бьем белый. Взяли черный, бьем белый. Перебежали. Геро сдали, играем. Стоим.
приготовим. Взяли белую, взяли белую. Перебежали. Нормально. Забивайте. Трофей королем. Вот не попробовать в шмотках с блоком потанчить. А кстати, я слышал, что именно в обычке мобы сильнее бьют, поэтому блок здесь не работает. В обычке не надо, да. Против альянса не выстоять даже самым сильным. Латы, рольцы, хулипалы. Все славьте наших героев. Гацай тюремщик. Танки, рольцы. Грудь, рольцы. Я что-то не понимаю этого друида, он же ролит на танк. Я тоже не понимаю. Бенафли ГЦ. А чё там за нарочи? А, хуйня. А, ну всё. Король Лич понёс тяжёлую потерю. Вы проявили себя как бесстрашный герой. Так ты определись, на кого ты ролишь. Мы вместе нанесём удар по цитадели. Да даже на хила не надо этот торс. Ну да, так-то. Ладно, самогон в ретрика, алло, потанчишь тогда, да? Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Добежите, шкаф поставить. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Кого сумму плюсуйте, поставьте там главный шкаф. Ставлю рыбку, кушаем рыбку. Рыбу поели. Все знают, что здесь делать, не надо объяснять. Расскажи, будь так добр. Хорошо. Сейчас релогнусь, метки расставлю. ШП, Войд, умеешь шаклить?
Да, нет. Да. Пошаркаешь тогда. В общем, как происходит бой? ДКшник любой грипает под танка сферу. Сфера заливается, разливается лужа. Как бегает весь рейд? Когда жук закапывается, Альва его, естественно, уводит. Весь рейд остается в кресте и добивает мобов. На кого кидаются шипы, вы встаете за лужу. Тем самым рейд уже должен бежать в сторону луны. И встаете опять за лужу, и так бегаем туда-сюда, туда-сюда. На ком шип он уже должен находиться на противоположности от босса. Дальше. Будут выходить жуки. Ставлю две метки, откуда они будут выходить. Выходит два жука, первого жука мы убиваем, второго жука мы дотаем и играем в босса. И так играем весь бой. На третьей фазе, если у нас не хватает чудом ДПСа, паладины, которые умеют контролить, плюс они эти там покаяние кинуть, фирять, вот это все хуйня. Жуков нет таких, да? Хорошо, есть, вижу. Тюремщик, если что, твоя печенька. Стороны печеньки. Следовательно, вот, допустим, он закопался от танка Альва. Альва увел босса в луну, он закопался, и в крест выбирается метка. Выбралась метка, все посмотрели, он уже двигается к нему. Эта метка уже должна стоять за лужей. Весь рейд уже перебегает в луну, при этом убивая жуков на ходу. Перебежали в луну, выбралась вторая метка. Эта метка остается там, прячется за лужу, которую разольют. Весь рейд перебегает обратно в крест. И такими темпами бьем 2-3 фазы. Все. На третьей фазе шаман ставит от природы, да можете и на второй ставить, народу много. СС раскиньте. А Лёбушку сферу умеешь сбивать? Нет, я слакать буду. Камил умеешь? Хорошо, спасибо. Это обычка? Не пофигу. Самогон неистовство выключил, надеюсь. Даю РЧ-шечку. Главное, из ДКшников грипните кто-то сферу под жопу танку. Джаст? Пять, четыре, три, два, один. Это место станет вашей могилой. Я пока не могу прочитать это заклинание. ДК, грипните быстрее. Заводи, короче, не умеют они грипнуть. Грипнули, понятно. Залили моба первого. Второго спускаете, просто обдотайте жука. Играем в босс. Убили жука, свичнулись, убили. Уводи. Еще одна. Интересно. И не увел, да? Пизда, понятно, ложимся. Танк не умеешь водить или чё?
Всё, я ретриком повожу. Пусть стоит танчит жуков, я ретриком позабираю. В чем проблема? Беги, малышка, беги! Проблемы нет, но танк должен понимать, как это делать. Давай я в танк спекнусь. Так, что, умираем? Да, да, конечно. Тут и жук закопался, и хуй положили, и агро не держат, так что ждем. Слышишь, а шипы по приколу не дамажили, я по ним бегал, ноль урона, блядь. Они до тебя просто не дошли. Так они нет, я до них дошел. Дамажут они, дамажут. Когда они медленно двигаются, они не так сильно пробивают, и там визуально кажется, что ты по ним прошелся. А когда он разгоняется, там уже похуй. Альва, ты мне можешь объяснить, ты не умеешь или как вообще? Короче, ладно, я танканул, похуй. Альва, в ДД спекайся. Ставлю рыбу. Ешьте. А чё вот вопрос такой? Чё, роги не бьют, типа, жуков? Не-не, им яды надо скидывать. И кирогаз, шаман, тоже не бьет энх. Очень интересно, но пока что все успевали. Сейчас люди заебутся. Будете убиваться. Бафы раздали. Альва, ты бы реально хоть что-то отвечал. Так надо было сказать, что у тебя лагает, мы бы тебя не ставили на босс. Понятно. На позиционочке встаем на свои. Тюремщик не лони. Тюремщик, у тебя в чем проблема? Тюремщик, алло. Понятно. Пять, четыре, три, два, один. Это место станет вашей могилой. Это заклинание еще не готово. Охуенный на пол. Убили жука. Второго грипнули. И просто обдотать его. А нет, уже заливайте долго мозги. Шакли, приезд. Угу. Мобов доливайте.
меня такое ощущение, что у нас ДПСа не хватит. Мелинда за лужу. Весь рейд уже стоит около луны. Кроме Мелинды. Играем в трэш на ходу. А Лёбушка за лужу, встань уже. Да. На лужу встань, дерево, быстрее. На лужу забеги. Джаз, за лужу. Дать бобчики? Не, не надо, пусть. Перед шипами не стойте. Тюремщик за лужу. Или на лужу уже вставай. Если умеешь так играть. Это траблин. Мелких мобов по танку быстрее. Шакл. Убили первого. Второго гриппайте. Второго. Обдотали его. Убили. ДПС, наверное, у нас не хватит, ладно. Шаклы. Да не парься. Мелони за лужу. Кирогаз за лужу. Алёбушка за лужу. Отошли все от Алёбушки быстрее. Шельма. Альва. Окурок. Давай, давай, он должен там выкупиться уже будет. Мелких под танк. А рано вы сдали, очень рано. Спускай другого. Спускай, спускай. Играйте в босса. Прист одного держит шакли, и любой паладин, который умеет фирять, будете другого фирять. Играем босс, переводим. Я, блядь, я ему и покаяние дал, сука. Теряй, держи его в контроле. Все, перевели. Моба убили, который под боссом. Контроли держите свои. Все, играем в Ануба. Пусть кто-то из палов стопнет хил и ддшит. Там паладина умеет. Контроли, контроли.
Танка можно на фул держать. Дальше прохиливать только метки. Аккуратненько играем, 3 минуты. Дерево, не хиль себя. Нихуя себе, еще все живы остали. И 2 минуты до берсы. Нихуя себе, как 1 ДПС, что у вас происходит? Настолько занерфили и кашку. А бычку не нерфили, кстати. Там все сложности. Оставайтесь, кто идет на груль магик. Блять, какой пояс страшный. Ладно. Трофейка авангарда роем. Ну вот, видишь, дерево, что-то ты выиграл. Кольчуга, ханты и энхи. Вот только смысл, он выиграл, у него нет этой 9 ни одной. Так он может купить. Там же надо за ОД покупать.